Всем привет, с вами Александр, это аниме «Токийский гуль», первый сезон, первая серия. Ну да, такое аниме мне попалось. Интересно говорили. Давайте посмотрим, что это за аниме. Они смешиваются с толпой, питаются человечиной. Питается человечные людоеды какие-то. Кто там? Внешне неотличимы от людей. Людоеды какие-то. Но на деле совсем не похожи. Какие-то люди. Так кто это? Кто ест людей? Люди называют их... Кто? Гулями. А, гули, вот. Кто это? Не успел прочитать его имя. Остановите. Вы хотите выйти здесь? Я следователь по гулям. Что, думал, никто не заметит? Запах крови. Только ты... Гагуна. Это твой Квинки? Ранга А или Б. Явно не Торса. Ты безоружен, человек. Сожру. Сожру! Вот. Тебе, гуль. Малыш Урие! Ширазу Гинши, следователь третьего класса. Да, Ширазу. Какой-то он зубастый. Своей атакой. Акула какая. А? Что это с твоим Квинки? Придется сдать в ремонт. Ай-яй-яй, господин командир отряда. Да, Ширазу. А? Покойся с миром. Убить быстро. Здорово! Ой, да он, наверное, не человек. Вы что, гули? Отряд Квинкс. Мы используем ваши же трюки. Ясно. Запишу его на свой счет. Смеешься? Тоже. Ведь это я его прикончил. Это называется командная работа. Ты просто пошел за мной и атаковал мою цель. Да ты его даже не поцарапал. Всю работу сделал я. Как же ты меня... Ой, третий. Не расслабляйтесь. Да, я не расслабляюсь. Охотники. Похоже, что тот гуль, которого выследил Урия и его друг из отряда Мада, оказался не Торса. В любом случае, делом Торса занимаюсь я. И буду благодарен, если отряд Мада займется другими делами. Кстати, до меня дошел слух, что в недавнем деле о странном рычании люди подозревали гуля, но оказалось, то был бродячий пес. Да уж, мы немного сплоховали. Совсем не смешно, Сасаки. Эти твои хуинксы, которых ты взял под крыло, только и делают, что растрачивают наш бюджет. Ну, я... К тому же, сама идея приобщить этих полулюдей, полугулей к расследованию. Вы ведь вчера даже не смогли прикончить того гуля-таксиста. По какой причине решили оставить в живых это отребье? Но ведь... Вы что, сочувствуете гулям? Да нет. Хотя, для вас это нормально. Вы ведь они просто не убивают. Следователь Шимагучи, это моя работа отчитывать подчиненных.
Позже он мне все объяснит. Следователь Мада, может быть, ваша работа неэффективна? Я повторюсь, делом Торса занимаюсь я. Увидев, что расследование проходит со скоростью улитки, я не смогла удержаться от того, чтобы отправить помощь. Хватит с меня твоих... Следователь Мада, следователь Шимагучи, прекратите. Да, прекратите. Что касается дела Торсо, отряды Шимагучи и Мада займутся им совместными силами. Мы, отряд Хирака, продолжим выслеживать змея. На сегодня все. Избавься от своей мягкости в бою. Твоя доброта в итоге тебя погубит. Соберись, ты ведь наставник. Твои ошибки отразятся на всех куинксах. Хватит защищать гулей, иначе схлопочешь еще один удар Мада. Удар Мада. В общем, найди Торса раньше, Шимагучи. Или же змея. Арима и я возлагаем на тебя надежды. Даже Арима? Проект Куинксы. Создание людей, что сильнее даже Аримы Кишо. Ублюдок! Ты ведь змей? Чего? Вот так меня теперь прозвали? Почему вообще гули охотятся на нас? Зачем мне распинаться перед тем, кто вот-вот сдохнет? Эй, слышал что-нибудь о гуле по кличке Торсо? Впервые слышу! Нет, ничего не понятненько. Раз так, то прощай. Ой. Командир, ты ведь меня слышишь? Сасан сказал, чтобы мы работали в команде, помнишь? Я не намерен слушаться приказов Сасаки. Я собираюсь перевестись в С3. Что еще за С3? Не твое дело. Просто убедись, что не путаешься под ногами. Не ты будешь мне приказы раздавать. Он как-то вот этот блондинчик похож на Суигетсу. Мне раздавать приказы. Не возражаю. А? Вы двое ведь ищете гуля по имени Торса? Информация нужна? Все еще не справляешься, Муцуки? Ничего не могу поделать. Я плохо переношу вид крови. Кагуна так и не появился? Нет, пока. Кстати, что думаешь о квинксах? Ну, они те еще лежебоки. Вот оно что. Никто, кроме тебя и Ури, больше не пришел на осмотр. Я все им передам. Спасибо. Будто кто-нибудь будет меня слушать. Горячее. Тебе 24? Угу. Я торгую фотографиями и прилагающейся к ним информацией. Выходит, у тебя что-то есть на Торса? Снимок, где Торса ловит свою жертву. Ну, а это не бесплатно. Назови свою цену. 1 000 000. Ой. Или... личная вещь Сасаки Хайса. Она сказала, что информацию предоставит после... Вдруг это она, гуль. Давай скажем Сасану и возьмем... Кстати говоря, это очень подозрительно. Пришла девочка с известными амистершней гуля. Вам не кажется это подозрительно? Кстати, я отпустил эту деталь. Только сейчас заметил. Простите за это. Это будет расценено как заслуга отряда. Ну и нормально. Ты не понял. Я привык, что такие небылицы в сюжете происходят, что я даже на это не обращаю внимания. Верно. Подло. Тебе ведь нужны деньги? Значит, да всем нужны тебе деньги. Нужно повышение. А для этого тебе нужна слава. Но что же нам делать? Работать одним. Так славу получит не весь отряд, а мы. Это самый быстрый способ подняться наверх. Понял. Так и будет. Сасаки. Нет, Сасаки больше не встанет у меня на пути. Молодец. Доверчивый идиот. А где Ури? Кит засрался. На Торса охотится. Опять приказы игнорирует. А Сайка? Наверное, играет в своей комнате.
Сайка! Ужин! Еду! Приятного аппетита! Ну, налетай. Вкусно! Я рад. О, привет! Ужин уже готов. Не голоден. О, Ури, ну как проходит расследование? Не беспокойся. Я самолично поймаю Торса. Прошу оплатить эти счета. Все-таки они совсем не хотят работать вместе. Ну ладно. Видимо, мне придется показать им, что значит серьезный Сасаки. Сенсей? Вперед, Муцуки! Мы с тобой поймаем Торса! Заткнем за пояс Урия и Ширазу! Понял! Ух, я покажу этим новичкам! И Шимагучи тоже! Вы увидите, из чего сделан Сасаки Хайсе! Гакуря, 23-й район. Центр содержания гулей. Мастерс. Доната Парпара. Известен как священник. СС Ранг. Говорят, он пожирал сирот, которых обещал защищать. Это твой новобранец, Хайсе? Выглядит аппетитно. Ты тоже Куинкс? Как бы мне хотелось вспороть тебе живот, чтобы набить свой желудок до предела твоими теплыми внутренностями. Ну что, чего хочешь сегодня? Узнать о гуле по кличке Торсо. Его охотничьи угодья довольно обширны. Жертвы только женщины. У всех он забирал себе торс. Вот. Торс. Выходит, торсомания? Раз места так далеко, то наш друг пользуется машиной. Да. Если все места так далеко друг от друга, может быть, он боится, что его найдут? Гуль, скрывающий свое присутствие, постарается адаптироваться под мир вокруг. Запомнить каждую улочку. Таксист! Урия давно это заподозрил. У меня сообщение от дерева Аогири Торса. Сообщение? Хватит. Голуби напали на ваш след. Сисиджи? Вы уже слышали о Куинксах? Нет. Говорят, они люди, которые обладают способностями гулей. Будьте осторожны. Куинксы. Они совсем как ты, братец. Труселя Сассана. Нюх-нюх. Не волнуйся. Мы принесли тебе чистые. Ладно, ваши фотографии. Что это? Фотография с места преступления. Должно быть, это жертва. Думаю, ее сделал сам Торса. Кстати, она снята на очень дорогую заграничную пленку. А этот клиент заказал целую кучу такой пленки. Сайки Карао. Он работает? Шрам от аппендицита. Шрам от кесарева. Послеоперационный шов. У жертв одна общая черта. У всех есть шрамы на туловище. Но откуда он узнает об этом перед нападением? Взгляни. Охотничьи угодья Торса находятся в небольшом радиусе от городских больниц. Давай разделимся и проверим их. А, если увидишь кого-то подозрительного, ничего не предпринимай. Пусть все идет своим чередом. О? Извиняюсь, ребята. Я сажусь. В этом городе полно такси. Да. Заткнись и ищи, идиот. Муцуки, я вышел на контакт с Торсо. Муцуки уже нашел Торса? Ну, что делаем? Разворачивайся! Простите. Прошу, повторите свой адрес. Быстрее, никак!
Хочешь штраф отхватить? Наплевать! Госпожа! Голубь! Ты прекрасна! Я, похоже, влюбился! Свращенец будь какой-то. Номерной знак. Это он! Торса! Твою ж! Какого черта? Ну блин, какого черта? Надо ж было маску забыть. Шина! Используй свой кагуна! Чё? Ну не жалуйся, если я промажу. Мазила! Я предупреждал. Тебя сбросить! Скутер и такси, съезжайте на обочину! Гуля преследует. Поможем им. Да. Водитель такси, немедленно съезжай! Вот урод! Зачем так делать надо? Посылать таксиста. Блокада? Это Сасаки! Теперь-то ты легкая мишень. Так это и есть Куинксы? Да они как сами гули. Не знаю, кто они, но точно не люди. Я должен драться. Ну же. Кагуна, выходи. Ничего. Они так хорошо сражаются, Кагуна. А я... Он слишком быстро лечится. Продолжай атаковать. Нужно напасть на него вместе. Давайте. Боюсь, у вас не выйдет. Так значит, вы двое Квинксы? Покажите ваши кагуны. С-ранг. Змей. Этот парень... Серьезно, вы, голуби, занимаетесь грязными делишками. Не лучше болванов из ОГИ. А ты пока что болтаешь, ну-ка. Позабавлюсь с вами. Дин. Прости, голубя. Сбежал оттуда. Что это? Горохом стреляешь? Чё? Не царапины? Кто этот чек вообще такой? Мой кагуна. Он что, помогает Гуля? Если он тоже ловит Гули, то он только что по тупости упустил одного. С этим парнем даже Урия не справился. Но я смогу ли с ним справиться? Привет. Я и не думал, что вас больше. Ну, тогда начну с тебя. Бомбардировка вплотную! Торо, беги! Блин, какой-то гад. Как скучно. Ударь его. Кстати, это и есть Торс. Нужно отступать. Моему кагуна хана. Нужно отступить на время. Отступить? Уж прости, Куки. Командир С-3 приказал нам отступить, а сам сражался в одиночку. Прости, мы не смогли спасти твоего отца. Не смешите меня! Эй, идиот! Ты чё творишь? Я ем, чтобы скорее восстановить свой кагуна! Повышение! Боже, хватит с вас. Сосан! Сенсей! Ты еще кто? Ты петух у этих кур? Он отличается. Оставь моих учеников в покое! Угомонись-ка на секундочку. И не его только что... Пей! Где твои мускулы? Словно желе ударил.
Может, здесь? Сосан! Скорее уходите! Ну! Шевелитесь! Поздно! Сильный. Давно я с Гулем не сражался. Ты слаб, Хайса. Такими темпами всех твоих друзей убьют. Ты никого не защитишь. Обернись и взгляни на меня. Хватит притворяться. Ты знаешь, что я тебе нужен. Но прими же меня. Так, это внутри него. Скорее. Заткнись. Не позволю себя поглотить. Какой-то демон, что ли, внутри него? Звони Акире. Акира. Арима. Дайте сил. Что уже все? Ну, токийские гули. Да уж. Тут такое вот творится. Чудовище. Вот какие-то даже гули. Да, монстры какие-то неприятные убивают, пожирают людей. Вот этот гули, который столкнулся, надеюсь, его вынесут. Очень плохой какой-то. Но так аниме, как это же, в первой серии уже хорошо. Ну, как бы, да, в таком смысле. Ну что ж, если данная реакция вам понравилась, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь, жмякайте на колокольчик, пишите свое мнение в комментариях. Это очень важно. С вами был Александр. Это аниме «Токийский гуль». Первый сезон, первая серия. Всем спасибо и всем пока-пока!